детей к груди прижимай. В поисках Йеннифер, своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. Шевелись, плотва. Пошла.
должен вспомнить. Если у меня сын родится, назову... Приветствую. Покажи свои товары. Бывай. Откуда боги привели? Но есть что сказать напоследок? Что это такое, вашу мать? Жито. Ты меня за слепого держишь или за глупого? Зерно с плесенью. Я не знал. Значит, за глупого. Дьявол, когда же вы научитесь? Военный кодекс. Параграф 2. Раздел 3. За поставку испорченных товаров 15 ударов кнутом. Выполнять! Нет! Нет! Ради богов! Чего?
Вижу, ты перестал изображать доброго дядюшку. Ничего я не изображал. Я протянул этим людям руку, а они ее оттолкнули. Может, потому что та же рука держала меч, от которого погибли их близкие? Ха! Тоже мне моралист нашелся. А что бы ты сделал на моем месте, а? Ну, что? Не был бы на твоем месте. Говори, зачем пришел? Я выполнил уговор. Теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? В Изиму. Значит, все это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать. Мог бы. Но тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне, я тебе. Стой! Мы еще не закончили разговор. На, возьми вот золото, чтобы не чувствовал себя в убытке. Ну, все, все, все. Император надел штаны. Что? Что ты сказал? Что тебя помучил? Вестера, ну, пропустишь со мной круг? Я теперь Дерва. Йеннифер в Изиме. У меня есть там пара знакомых, так что... Что-то не так? Посмотри вокруг. Сейчас скандал будет. Это еще кто такие? Патриоты. Седьмую чарку пьют за Тимерию. У них уже кулаки чешутся. Нильфгаардцев я тут не вижу. Они врага найдут. Куплю сейчас провизии и поедем. Геральт, давай не вмешиваться, хоть в этот раз. Что случилось со щитом? Сняла. Может, еще золотое солнце повесишь? Нельзя тут тимерский герб вешать.
Они придут и корчму спалят. Так может, правду люди говорят? Что ты шлюха нильфгардская? Я твои слова забуду. Тебе скорбь сердце гложет. Хрен ли ты что понимаешь? Сестру мою повесили. Вытащили на двор перед монастырем, как собаку. Сказали, в Нильфгарде нет места предрассудкам. Что они гнева Божьего не боятся. А ты не боишься? Если бы Анулька тебе при родах не помогала, дитё бы у тебя в пуповине Пусти. Задохнулось. Что? Не боишься гнева Божьего? Не боишься, сука? Оставь! Вы знаете этот медальон, люди. Знаете, что он означает. Отойдите. Ты цела? Говорят, ведьмаки деток воруют. Правда? Что вам император обещал, выродки? Землицы? Как эльфам в той войне? Убирайтесь все. Мы никуда не пойдем. И вы тоже. Они уже не отступят. Вижу. Оторвать ему яйца! Что такое, сука? Ничего, все кончилось. Оставь меня! Не подходи! Лицо-то у него боги! Уходите и не возвращайтесь! Ну вот и все невмешательство. Пойдем. Не мы это начали. Сплошные отговорки. Ты как всегда. Йеннифер? Ну как? Я получила донесение, что в Белом саду появился ведьмак. Я знала, что это ты. Что ты ищешь меня. Я могла бы подождать, пока ты меня найдешь. Но ты же знаешь, я никогда не отличалась терпением. Рада тебя видеть, Геральт. Я бы тебя обняла, только ты весь в крови. Прости, я не надеялся тебя встретить. Сказать по правде, я иначе представлял себе нашу встречу. Как? По крайней мере, без нильфгардского эскорта. Йеннифер. Не пойми меня неправильно, я тоже рад тебя видеть. Но мне кажется, ты должна нам объяснить. Я объясню. Но вы зиме. Седлайте коней. Последние 6 месяцев я провел в седле, я не видел тебя 2 года. Давай не будем торопиться и... К сожалению, это невозможно. Кое-кто ждет тебя, Геральт. Тот, кто ждать не любит. Император Эмгир Вар Эмрейс. Для друзей белое пламя, пляшущее на курганах врагов. Сомневаюсь, чтобы он считал меня другом. Когда мы виделись в последний раз, он хотел меня убить. А теперь он хочет сделать тебе предложение. Из числа тех, от которых нельзя отказаться? Я не отказалась, хотя могла бы. Ну хорошо, можно послушать, что он хочет предложить. Император Нильфгарда, сеньор Метины, Эббинга и Гимеры, суверенно Заира и Вековара, наверняка сочтет это за честь. А ты? А я поеду в другую сторону. Сдается мне, что император приглашает только тебя. Кроме того, у меня есть чем заняться.
Кайр Морхен, помнишь? Помню. Спасибо за помощь. И до свидания. У тебя конь быстрый? Не жалуюсь, а почему ты спрашиваешь? Я хочу вернуться за крепкие городские стены. Так быстро, как только возможно. Насколько я тебя знаю, сон был неприличный. Только сначала, а потом... Что? В поисках Йеннифер своей давней любви Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. В конце концов, благодаря коменданту Нильфгардского гарнизона, Геральт узнал, что Йеннифер находится совсем рядом, в Изиме. Пожалуй, достаточно. Думаешь, императору важно, не слишком ли длинные у меня уши? Милостивый государь, извольте упоминать его императорское величество, используя полный титул. Ваша милость, присядьте на этот бержан. Куда? На этот стул. Кледвин, прошу побрить его милость. Виски на полдюйма. Что-то не так с моей бородой? Я думал, она добавляет мне серьезности. Но лишает вас элегантности. В Нильфгаарде борода не приветствуется. Особенно если в ней завелись вши. Я долго был в дороге. Неважно. Делай свое дело. Прошу откинуть голову и не двигаться. Как подготовка к аудиенции? Все по плану? Да, ваше превосходительство. Его милость предстанет в более или менее презентабельном виде. А ты кто такой? Очередной цирюльник? Нет. Морвран Ворхис, командующий дивизией Альба. Мои люди сопровождают Йеннифер.
Точнее, сопровождали. Ни один из них не вернулся в Вызиму. Интересно, что произошло вчера на тракте. Может, расскажешь? В конце концов, у тебя есть немного времени. А на горле бритва. Их убила дикая охота. Кавалькада призраков, скачущих по ночному небу? Вестники войны, о которых рассказывают мужики? Думаешь, я в это поверю? Откровенно говоря, мне плевать. Нордлинги. Вас можно умыть, подстричь и одеть, но научить манерам это будет непросто. Мне тоже было приятно познакомиться. Я закончил. Побрить вас еще раз против роста волос? Нет. Этого лучше против шерсти не гладить. Прощай, ведьмак. Или скорее до свидания. Превосходно. Теперь, ваша милость, извольте одеться. К сожалению, у меня не было точных размеров, вашей милости. Если будет сжать, портной внесет поправки. А где моя одежда? Там, где ей давно следовало оказаться. У прачки. Вы получите ее после аудиенции, чистой и накрахмаленной. Ваша милость, дайте знать, когда вы выберете одежду.